Я тебе еще раз говорю, я к Лехе тебя не подпущу. Ну-ка, быстро шаг назад сделал. Это наш единственный мертвый сын. Леха, ну ты же помнишь, как мы с тобой его приручали, как вот это вот ловили его. Но я не хочу, чтобы ты с ним ничего делал плохого. Леха, я тебе в обиду не дам, честное слово. Ты вот здесь стоишь, ты будешь стоять. Я тебя с пыль вытираю с тебя, все. Все нормально, ты уйди, даже не смотри на него. Я тебе говорю, нет, я буду стоять тут, пока вот ты не уйдешь. Слушай, ну мне просто нужна его башка. Это на благое дело. Я хочу с него сделать узор. Понимаешь? Узор с Лехой. Срисовать Леху надо. Он не пострадает. Просто башка исчезнет и больше ее у нас не будет. Но он не пострадает, Кать. В смысле он не пострадает? Ты говоришь, что ты Леху там что-то срисовать хочешь, и башка исчезнет. Так иди возьми альбом для рисования, карандаши, иди рисуй хоть что вообще. Мне все равно, Леху не трогай, понял? Слушай, ну мне это для флага надо. Мы с тобой за весь сезон выживания ни один нормальный флаг не сделали, понимаешь? Я тебе такие рисунки на баннерах вот эти нарисую, то что ты офигеешь, я лучшим художником в Майнкрафте буду. Но мне просто надо взять вот эту вот башку, возьму башку и на сандалию ее на бумагу, понимаешь? Флаг тебе, как говорится, в руки. Ты мне сделал российский флаг, себе украинский, все, мне больше не надо. Леху не трогай, отстань от него уже, иначе сейчас заберу его. Заберу и не дам тебе. Все, Леха со мной будет жить, все. Что ты сделаешь? Ну ты же сама потом от счастья будешь кричать, когда я тебе это покажу, сделаю и повешу куда-то. Просто дай мне, пожалуйста, его башку и все. Я тебя умоляю, Кать. Я вот можно поинтересуюсь? У нас вообще в городе криперов мало? Не водится больше, это последний. А что ты предлагаешь? Тебе предлагаю просто пойти и другого крипера зарубить. Так это надо дождаться, когда пойдет дождь, и это надо твой секретный трезубец этот достать на громовержец, и только тогда я смогу еще одну бошку себе выбить. А, кстати, да, у меня же есть секретное оружие. Ну ничего, дождь-то мы с тобой подождем, а вот за оружием я сейчас схожу. Только ты это, не подсматривай. Ну-ка, отвернись. Да не буду я подсматривать. Все, давай, доставай сюда трезубец и пойдем открывать охоту на вот эту, на Лех новых, хорошо? Точно не подсматривай. Да не буду я подсматривать, да честно тебе говорю. Ну вот что, смотри, вот смотрю я в ту сторону и даже не подсматриваю. Так, все, открываю тогда. О. Так, это у меня тут арбалет, это у меня алмазная лопата на шелковое касание, алмазный топор, удочка. А, вот, трезубец на громовержец. Ага, отлично. Все, я достала. Это что у тебя там, секретный сундук все это время был? А я тебе что, вот этот вот трезубец буду где попало оставлять, что ли? Ну все, тогда пойдем. Сейчас надо попризывать немножко дождик. Дождик пойдет, и мы пойдем еще кокнем вот это несколько мистеров криперов и все. Так, а как ты умеешь дождь призывать? Ну я вот нет, а ты умеешь? Нет, слушай, у тебя же тоже трезубец есть. Ты можешь на нем полететь в космос, там сказать кому-нибудь, и чтобы дождь включили. Ага, хорошо, сейчас будет. Включите дождь! Воды дома нет! Молодец! Так, Лёхи, я не поняла, мы что здесь сидим, а? У нас дело есть важное, важное государственное дело. Ну-ка, вылазим, мы вас будем кокать. Давай, давай, что нам других искать? Вот два экземпляра подходящих. Воу, стоп! Ты из этих сейчас криперов зарядишь, они здесь разнесут нам весь маяк и весь дом. Ну ты чокнулась? Ты что, не помнишь, как вот эти заряженные криперы сильно вот это взрываются, не? Я вообще не помню, что там надо делать, чтобы бошку выбить, если честно. Поэтому давай, напомни мне, все, пожалуйста, пошли, свяжи. Только в другое место. К этим мистерам криперам не подходим, там хорошо, уютно вместе в лодке сидеть. Все, давай сюда, за мной подошла. Так, подожди, но нам сейчас главное отойти. Да чё гремит-то так? Надо как можно дальше отойти, потому что если заряженный мистер Крипер зовет здесь все к чертовой бабушке, тогда будет плохо. Хотя, а ну иди сюда, пульни вот это, пульни громовержцем вот в этого мистера Крипера, давай быстренько. Дай пуляй. Сейчас, подожди, надо попасть. Да господи, да ты просто попади в него. Подожди, тихо, сейчас попаду. Сложно-то, да попади ты трезубцем, Кать. Да подожди ты, пожалуйста, ну я что-то растеряла навыки вот этого. О, блин, бесите. Ребята, да господи, ёперный кокос, тут ты прицелься в него нормально. Вот!
Пошла жара по трубам! Сейчас, подожди, да, давай проверим, все ли так работает или нет, потому что я даже не помню. А ну, мистер Крипер! Да вот, смотри, смотри, смотри! Башка скелета выпала! Опа, вот так напялим! О, смотри, смотри! Зачем нам башка скелета? Да я не знаю, зачем нам башка скелета, я просто это типа, ну как бы эксперимент, понимаешь? Так, Катюха, раз, два, три, четвертая на нас идет. Подожди, вот этого можно кокнуть, чтобы он не взорвался. Стреляй куда-то громоверсом в любого вот этого крипера, чтобы он зарядился, давай быстро. Блин, а что, было ж трое, осталось один, так, попробуем вот того. О! Нифига себе, мать, ты снайпер, только смотри, чтобы он не взорвался! Сейчас смотри! Я там свой трезубец оставил, вот он. Ага, извините. Ну ты выстрели еще в одного вот этого мистера Крипера, чтобы он зарядился, только ты быстрее, отбегай от него, ты не видишь, как он быстро взрывается. Да, и у меня спайдермен еще атакует, подождите. Ну, господи, убей ты этого спайдермена и заряди мистера Крипера, только если он сейчас взорвет мне вот эту сцену, я ее заново перестраивать не буду. Так, тихо, ну ты иди сюда. Ой. Да что ж происходит? Да ты смотри, как я попала издалека. Вот я близко-то попасть не могла в первый раз, а вот издалека с первого раза. Спокойно. Ты главное спокойно, Кать. Отойди назад. Да давай, попадай, давай стреляй, давай, опа, и давай. Главное не в Игоря, в мистера Крипера, сейчас. О, нормально, все, убегай. Сейчас убегаю! Призови еще одного мистера Крипера сюда, ко мне, потому что я буду от этого убегать, чтобы он не взорвал здесь там все к чертям собачьим. Давай быстро. Нам всего лишь нужна твоя башка, мистер Крипер, всего лишь башка. Ну давай, взрывайся, давай, Господи, у меня три сердечка осталось и выпала башка. Есть башка. Так, голова Крипера, опа, вот так, все, Кать. Мы сейчас с тобой, братья и сестры, смотри, прям одинаковые с тобой. Отлично, все, миссия выполнена. Да, Катя, миссия выполнена. Все, сейчас-то мы можем возвращаться обратно домой. Я могу использовать вот эту башку Крипера. Ого, воу, какие у нас тут карусели. Ладно, давай мы его трогать не будем. Это какой-то прям уникальный экземпляр. Давай мы с тобой просто домой побежим, хорошо? Возьмем с тобой пару кусочков бумаги. После этого одну бумагу засовываем вот сюда. Сейчас, подожди, давай вот эту голову снимем. Голову засовываем вот сюда, бумагу засовываем сюда. И у нас получается узор флага Крипер. Вот, вот смотри, что я изначально хотел сделать. Вот этот узор. Так дай мне посмотреть-то. Ну слушай, что ты как-то ты фигово рисуешь, потому что на листе я нифига не вижу, там пусто. Ну так ты подожди, чтобы появился узор мистера Крипера, нам с тобой сначала надо взять немножко белой шерсти, сделать парочку вот таких вот баннеров, вот так давай, давай один пока что сделаем, или давай сразу два вот так сделаем, опа и опа, и сейчас на вот этом флаге я тебе нарисую то, от чего ты просто закричишь на всю деревню, спорим с тобой, а? Ой, я уже не знаю, чего от тебя ожидать, давай делай. Но только одна проблема у нас есть. Я не вижу, чтобы здесь у меня в сундуке были красители. Ты опять все красители с моего сундука забрал или чё? Ты это кому говоришь? Тут никого нет. Никто твои красители не забирал. Ты о чем? У меня тут стаков три красителя разных было. Ты опять свой вот этот магазин Кати Крафт все красители у меня украл, а? Я? Да ты побойся вообще всех в этом мире. Ты так не клеветай на меня. Ей, ты куда? Не надо туда идти, там ничего нет, там только мои красители. Это нельзя трогать, это священная коллекция, нельзя трогать. Ты вообще, очумела, Екатерина Криперовна, да? У тебя весь сундук в красителях моих забит. Почему сразу в твоих, а? Ну это общие красители, просто блин. Я новую коллекцию хочу уже, это старая бесит, зеленая, это фиолетовая, фу. Ну потом ты себе сделаешь эту новую броньку, ты пока подожди. Короче, я у тебя забираю все твои черные красители, все твои красные забираю, все твои голубые, оранжевые, зеленые, синие и коричневые даже заберу. А вот это и желтые заберу, а вот это все остальное можешь оставить себе. Все, пошли обратно домой. Сюда ходи. Чё? Красители верни. Не верну. И получай вилки в лоб.
Ну а сейчас, Катя, готовься к тому самому подарку, который я тебе приготовил, только мне надо вспомнить, как это все делается. Тут сейчас будет длительный процесс вот этой рисовки, поэтому, Кать, запоминай, белый флаг делаем вот с тобой вот так, черный ромб. Это первый шаг, который надо сделать. Вау, какой крутой подарок. Слушай, я всегда мечтала о флаге с черным ромбом. Спасибо большое тебе, я прям счастлива. Ну ты умничай дальше, но сейчас, когда я тебе сделаю кое-что, ты, Кать, офигеешь. Так, делаем вот это, потом сюда добавляем белый краситель, который... Столько хлама в инвентаре, я ничего не вижу, где у меня что находится! Белый краситель добавляем, и в центре получаем вот такой вот кружочек. Вот именно сейчас мне и понадобится вот этот узор мистера Крипера, который мы с тобой сделали, но и оранжевый цвет. Вот, да, все, вот так. Что ж ты там шаманишь-то такое, вообще ничего не понимаю. Оранжевый цвет добавляем, потом это получается еще один оранжевый цвет. И выбираем вот эту вот фигуру, вот так вот. Все, берем это, забираем. Пошли сюда за мной, пошли. Пойдем. Давай, я тебе сейчас покажу, зачем мне нужна была вот эта башка Лехи. Короче, смотри. Раз, два, три. Моя ты хорошая рыжая лиса. Это очень прикольно. Вот, стоило вот там, стоила башка мистера Крипера, чтобы здесь сделать вот такой вот узор. Ну, именно Лёхи, может быть, и не стоило. Другого какого-то мистера Крипера стоило. Слушай, а как оно так это получилось? Ну, ты сейчас подожди, стой здесь. Дай мне еще 2 минутки, я сейчас вспомню, как... А, ну, оно примерно делается так же, вот это, белый флаг, потом добавляем черный. Сейчас, подожди минутку, Кать. Я жду прямо здесь и любуюсь на Лизочку. Но в этот раз вместо оранжевого добавим голубой краситель. Ага. Так, и сейчас с другой стороны пиндюкаем вот сюда. И получается у нас, посмотри назад. Так, стоп. Ёпарас, это серьезно? Ну вот да, вот с этого момента мы всегда будем помнить то, что слева у нас находятся живут лисы с помощью вот этого баннера, а справа у нас находятся зимние лисы, вот эти пиписцы, вот этот Филипп наш. И знаешь что, я тоже хочу сделать флаг, можно мне, научи меня, пожалуйста. Так там все проще простого, идешь, соединяешь красители с этим белым флагом, и у тебя там всякие узоры вот это получается. Ты же в детстве вот это в художескую школу, школу вот эту ходила, да? Художественную школу ходила, да. Ну вот, тогда ты умеешь рисовать, просто бери напяливай красители друг на друга, вот это соединяй всякие, и у тебя там 100% что-то получится. Так, а что-то я ничего не понимаю, тут нужно квадратик, кружочек и какая-то полосочка. А где мне это взять? Сейчас я что-нибудь придумаю. Как-то меня учил этот великий Петр Степанович, ну это мой преподаватель художественной школы, хороший был человек. Он говорил, что оранжевый надо вот сюда, а еще добавим красненького и бахнем сверху желтого. Ну это повернем, это загнем, это вот сюда. Слушай, мне так нравится, это прикольно получается. Оп, да, ты готов? Да что ты там делаешь? Ты мне уже покажешь, что 15 минут над одним флагом фигней какой-то страдаешь. Давай быстро показывай. Ты фигней мой флаг назвал? Ты посмотри, пойдем, тебе покажу, что я сделала. Давай быстрее ставь его уже куда-то на землю. Давай, быстро. Сейчас, подожди, мне надо место придумать. Да хорошо. Хоть куда уже поставь, что ты крутишься-то вокруг? Так, ну давай, вот сюда, вот сюда, оп, вот так вот. А? Как тебе? Мать моя женщина, это... Это ты сейчас сделала за 15 минут? Ну я что-то крутила, вертела, мутила, и в итоге у меня получилось солнышко с горой. Обосраться 20 раз. У меня лиса просто получилась, а ты тут прям пейзаж весь нарисовала. Я пейзаж нарисовала, поэтому он будет находиться у меня в моем магазине Катя Крафт. Поэтому я сейчас его отнесу туда и не смей у меня его забирать, понял? Слушай, а вот это, как ты солнце-то сделала? Там же даже вот этого узора в ткацком станке нет. Как ты его сделала? Я так же, как и ты, узор сделала. Просто соединила ромашку с бумагой. Получилось солнце вот это вот объяснять вам еще. Фу. А чё, так можно было ромашку с бумагой соединить? Ну, буду знать. А ты тогда вот этот вот свой пейзаж ты в своем магазине оставишь или лучше к нам домой туда понесешь? Ну, дома бы у нас намного красивее бы это смотрелось, Кать.
Это просто офигенно смотрится. Слушай, ну тут сюда нужен второй. Ну давай еще один сделаем, пожалуйста. Чтобы рядышком тут тоже висел. И у меня будет подиум самый красивый в мире. Давай еще один. Ну не-не-не, все, на эту серию хватит. Как мы и так с тобой столько всего сделали. Мы с тобой две лисы сделали. Мы с тобой пейзаж сделали. Давай на эту серию с этими баннерами и мы закончим, хорошо? Нет, еще один баннер нужно сделать. Последний. Я тебе делаю последний баннер. За 20 секунд и ты от меня сегодня отстаешь, хорошо? Да, и вешаю я его там рядом с солнышком, чтобы все было по фэншую. Красный. Красный краситель быстро на бочку мне выкинула. Всего мне пару штук надо всего лишь. Держите. Еще черный давай одну штуку. А черный-то тебе зачем? Сейчас будет быстренький вот этот баннер за одну секунду. Всего лишь нам нужен черный. Черный пиндюкаем вот сюда, добавляем красный, точечку рисуем. Опа, и потом на эту точечку делаем вот так. Все, пошли сюда, пошли. Посмотри, что я тебе нарисовал. Давай, смотри, 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 смотри. Опа! Это что, это черешня? Какая черешня? Это сердечко я тебе нарисовал. А, сердечко! Я это повешу у себя в домике, Кати Крафт, да? Можно? Как его снять-то? А? Ой, я тут дырку сделала со слами, извините. Так, это мы пиндюлим вот сюда. Ну, посмотри, какая красота, ну... Я в следующей серии себе весь домик Кати Крафт этими баннерами извешиваю, просто все здесь изрисую. Погоди. Так это же можно новую коллекцию сделать не броньки, а баннеров. Я буду вдохновляться Пабло Пикассо, каким-нибудь там Боттичелли. Вот это вот все перелистаю всю картинную галерею онлайн, что-нибудь выберу. Нарисую часы, помидоры, еще какую-нибудь Эйфелеву башню. Можно изобразить звезды и море. Здесь еще нарисуем Пикачу. Потом можно, в принципе, еще отдельно лес нарисовать. Можно мамин портрет, в принципе, изобразить. А можно сделать розы. Или маки лучше. Или суши. Всякие маки. Точно. Я понимаю, я тебе зря показал, да, то, что можно вот эти баннеры делать, да? Почему зря? Это шикарно, это вдохновление, это идея, это просто... Все, из моего домика Кати Крафт уходим, я буду вдохновляться, творить. До свидания. Двери закрываются, было приятно пообщаться. Все, я вдохновляться. Ну и что ты пучишь на меня? Я говорю, магазин закрыт, все. Спокойной ночи. И это, на канал не забудь подписаться. Пока.